рекомендую, соответственно, файл пользователя. Вот, ребят, установка Overwolf. Честно вам сказать, она, в принципе, не нужна. Просто, ну, она не нужна вам. Вот. Жмете установить. Так как у меня уже установлено, я не буду этого делать дальше, да? То есть она быстро устанавливается. Ну, хотя, давайте установим. Не проблема. Жмем. Убираем галочку от запуска, ребят. Жмем готово. Выходим на рабочий стол. Вот такая у нас окошечко появляется. Вот TeamSpeak User. Такой момент. У некоторых, так скажем, компьютеров, у некоторых игроков, операторов этой, как бы, программы, так скажем, есть маленькая проблема. Когда он запускает ТС-ку, подключается к каналу, потом заходит в игру, вот, и пытается с кем-то говорить, с ребятами, которые сидят с ним в канале, они его не слышат. И ему надо будет заходить через администратора. Чтобы каждый раз не нажимать запустить от имени администратора, мы всего лишь берем свойства, дополнительно, галочку от имени администратора, применить для изменения, согласен, окей. Вот, все. Все, то есть, и запускаем саму программу. Вот, программа запустилась. У меня, конечно, она уже заделана вся такая красивая. Вот у вас программа, весь экран на русском языке, все. Вот. Заходим в инструменты. Рекомендую сразу заходить в инструменты, ребят. Параметры. В параметрах мы ставим кнопку разговора, выбираем кнопку. Можем постоянная трансляция, функция голосовой активации, то есть это на ваш выбор, как вам по вкусу. Ну, рекомендую, конечно, на кнопку. Не всем хочется слышать, что у вас происходит дома. Подавление эхо ставим, подавление эхо еще ставим. Тут шумовый фон шума, шкала. Можем проверять работу, то есть вот тест работает отлично. Настанавливаем. А здесь, соответственно, по умолчанию или свой микрофон выбираете. Также самый выход колонок. Вот. Все тут готово, все красиво. По поводу внешних плагинов, аддонов, это можно... Я тоже скину ссылку, будет аддоны, где можно скачать красивые аддоны, там какие-то вид поменять и так дальше. К ним есть инструкция, ничего сложного. Вот. Здесь... По поводу регистрации, ребят, вы можете проигнорировать регистрацию данной. Просто вот после установки у вас там будет там зарегистрироваться или нет. Вы можете проигнорировать. Но для чего нужна эта регистрация? Объясню. Для того, чтобы вот эти закладки, которые вот есть, закладки, да, у вас после того, вы там 1000 раз переустановили винду, установили заново TeamSpeak, и чтобы не искать ребят, каналы ребят, которых вы сохраняли в закладках, если вы зарегистрируетесь, то автоматически будет это все у вас сохраняться на аккаунте вашем. То есть вам достаточно будет зайти в свой аккаунт в параметрах, и вот это все автоматически у вас возобновится. Все каналы. Как подключиться к каналу кому-либо? Вот вам дали адрес, допустим. Давайте возьмем мой адрес. Мой адрес. Сейчас покажу. Не будем далеко заходить. Жмем подключение. Еще раз подключиться. Появляется такое окно. Первое у нас окошке, в пункте, мы пишем адрес. Допустим, к примеру, пишу свой адрес ts.10. Прошу прощения. voicenserver.ru 10.310 порт. Пароля, если в данном канале есть пароль, куда вы хотите подключиться, вы пишете пароль. Здесь псевдоним. Там будет написано типа такой, как TeamSpeak User. Все, что будет написано не вами,
Вы оттуда удаляете и пишете то, что вы хотите видеть, чтобы псевдоним, это, соответственно, ник там и так дальше. Сюда, ребят, не надо лезть. Здесь ничего вам не будет нового. Вот. И жмете подключиться. Подключаемся. Ага, я неправильно что-то сделал. Так, TeamSpeak User. Войцена. Пропустил одну букву. Сори. Войцен. Подключиться. Ой, у меня тут музыка. Вот так вот. Вот я подключился на канал. Да, вот я, видите. Как творец. Видите? Можно потом, вот вы подключились, вам надо это сохранить канал, чтобы вы еще какой-то другой канал, еще какой-то канал. Вы жмете закладки, добавить закладки. Все, у вас тут будет все заполнено, ребят, ничего космос не применить. Окей. Ну, я не буду, у меня есть все. И у вас появятся вот, вот такие, типа, сохраненные. И вы можете заново подключиться. Вот, вы подключаетесь. Есть еще такой момент, ребят, вы можете сразу в нескольких ТС-ках сидеть. Ну, допустим, вот так вот, правой клавишей. И потом еще куда-то там правой клавишей подключиться в новой вкладке. И вот вы можете сразу в нескольких каналах сидеть, не стесняться. Ничего страшного там нет. Вот. Все очень просто, ребят. Очень просто. Ничего космического. Настроить, как настраивать канал, я не буду в этом видео. Это видео было предназначено чисто вам показать, как установить, как подключиться к какому-то каналу, добавить закладки, инструменты и так дальше. Все, ребят, спасибо за внимание. Жду от вас лайков.